Всем огромный привет, я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И, как я и обещала, сегодня я сделаю обзорчик на свои покупочки. Ну, это не будет совсем распаковкой, потому что, конечно же, я уже в магазине обследовала, чтобы все было в порядке. Вот, ну и тут я собралась делать обзорчик, и, как вы понимаете, вот она, главная покупочка, как всегда, как обычно, в последнее время она одна из главных. Я уже сегодня с утра успела забежать в Еву и сделать еще одну покупочку. С нее, наверное, и начнем. Ну, потому что Ева не устает радовать скидками. И мне пришла персональная скидка, которой я, конечно же, решила воспользоваться. И зашла, купила сегодня. Сейчас покажу, что. Такие тяжеленькие покупочки. Но это такие покупки чистоты. Я купила аж 3 бутылька. Доместоса. Да, мне пришла персональная скидка именно на Доместос, на литровый и 750-миллилитровый. Вот, 40% скидки лично по моей карте, поэтому, конечно же, я воспользовалась этой возможностью. И вот такая вот бутылочка литрового Доместоса мне вышла 35 гривен с копейками, это где-то 95 рублей, если переводить в рубли. И вот это для меня новинка, Доместос Эко. Я ним не пользовалась ни разу, но видела, вот. Здесь что меня поразило, что без хлора. То есть я думаю, что очень многие любят, либо не любят Доместос за то, что он такой едкий, хлорированный, знаете, такой сильный, очень сильный. Мне он нравится, я пользуюсь, я пользовалась разными, и белым, и черным, и золотой, синий, зеленый. Одним словом, ну, это такая надежная защита, и мне он нравится, несмотря, конечно, на свой такой химозный запах. Но что меня удивило, что этот Доместос, он без хлора. Он без хлора. И не знаю, кто-то пользовался таким Доместосом. Если пользовались, напишите. Мне очень интересно, насколько он хорошо справляется со своей задачей. Но меня это пока что очень-очень сильно подкупает. Вот. Будем пробовать. Обязательно поделюсь тоже своим отзывом. И причем тут такие ароматы. Мята, ирис и пачули. Вы вслушайтесь, пачули. То есть это чуть ли не парфюм. Вот. Так что два вот таких бутылька. Одним словом, каждый бутылечек мне вышел за 35 гривен с копейками. Вот. Поэтому это хорошая цена. И, конечно же, я не воспользовалась. Дальше, когда я ездила забирать свою посылочку. Вот она. Посмотрите, что я купила на кассе. Какая милота. Это просто нечто. Так как у меня было 2 посылочки, то вторую посылочку нужно было куда-то переложить. В эту все не поместилось. И поэтому я купила вот такой вот пакетик. Девочки, час по магазинах. Это просто про меня, вот действительно. И, конечно же, кое-какие продукты мы переложили сюда. И так сложилось, что я в последних видео рассказывала о том, как мне не понравился бальзам, который у меня был от Dermamed, да, который я тоже покупала в Еве, но я его покупала очень по бюджетной цене, и вот он мне совсем не подошел, не понравился, я не знаю, как тут сказать, но это точно не мое, и нужно было как-то решать ситуацию. То есть у меня есть, конечно, бальзамы, маски, но если я их возьму, нужно на место тоже как бы, ну, что-то восполнить. У меня так всегда, потому что не бывает таких ситуаций, ну, стараюсь, чтобы их не было, чтобы что-то закончилось, и бац, у меня нет, нужно бежать в магазин. Нет, у меня обязательно что-то стоит, чтобы не было вот таких вот критических ситуаций. И, конечно же, я сразу же купила, и с учетом того, что были скидки хорошие, без скидки я бы, конечно, не взяла, но так как были хорошие скидки, я взяла вот такой вот бальзам, кератин от Сьоз. Я довольно-таки хорошо отношусь к Сьоз, я пользуюсь и шампунями, и бальзамами, мне очень нравится, поэтому он был по скидке, 59 гривен, по-моему, и, конечно же, я его купила, и вот уже буду пользоваться, так что тут я просто утилизирую и буду пользоваться этим. Тут у нас хороший объем, 440 мл, не 400, а 440 мл, поэтому за такую цену это отличная покупка. Но на этом бальзамы не закончились. Знаете, когда с чем-то у меня случается казус, то мне нужно восполнить иногда в тройном размере. Вот. Что у меня и произошло. Также по скидке был вот такой вот бальзам «Глубокое восстановление» от Веллы. Здесь 500 мл, что еще больше радует. И цена его была 64 гривны. Вот, поэтому, ну, я думаю, с Веллой, в принципе, знакомы многие. Это очень хороший бренд, хорошие продукты. Они именно нацелены на волосы. Вот, поэтому, конечно же, я взяла. Лишним он у меня точно не будет. Бальзам, я не знаю, девчонки многие пишут, что у них быстрее расходуются шампуни. Не знаю, у меня более быстрее расходуются бальзамы, чем шампуни, потому что
Бальзам обычнее всего продают 250 мл, а шампунь 400, ну, можно купить большой объем. Есть в некоторых продуктах, что нельзя купить большой бальзам, вот, например, чистая линия. Чистая линия, да, сейчас они немножко попозже. Вот там бальзамы только маленького формата. Для меня это, ну, мало. Хотя волосы сейчас у меня укороченные, как бы, да, и меньше используются, но, тем не менее, я вот так привыкла, и мне нужно, чтобы бальзам был равноценный шампуню. И также вот такой вот бальзам купила, кондиционер вернее. Кстати, я так и не поняла, в чем разница бальзама и кондиционера. Читала, но не поняла. Возможно, вы знаете, напишите. Вот, хотя, вот смотрите, здесь написано кондиционер, а здесь в переводе написано бальзам-ополаскиватель. От Dove, здесь у нас куркума и кокос. Вот, с кокосовым маслом и куркума. Ну, запах, конечно, на любителя, я вам так скажу. Очень такой пудровый, сладковатый. Конечно, я больше люблю свежий, но, в принципе, на волосах, я думаю, это будет очень приятно. Здесь у нас 350 мл, и цена его была 59 гривен. Конечно же, я взяла, потому что цена на такой объем очень-очень хорошая. А также еще, когда я была в магазине сегодня, я купила вот такие вот наклеечки на яйца. Пасха у нас впереди, да. Вот тоже была акция. Две берешь, третья в подарок. Конечно же, нужно было воспользоваться такой возможностью. Каждая одна стоила 3 гривны. Вот, то есть, в принципе, за 6 гривен мне вышло вот 3 вот такие вот упаковочки. Дальше из моего заказа. Это вот были вот такие вот салфетки Frosh. Очень были суперские отзывы на эти салфетки, это какие-то салфетки для уборки. Единственное, что меня останавливало, там не были указаны размеры. То есть я не понимала, что это за тряпочка такая. Самое интересное, что заклеена аж в 3 местах. То есть такая защита прям серьезная-серьезная. Но я думаю, с фирмой Frosh знакомы многие. Это экологичные продукты, немецкие, как бы качество отличное. Вот, и, конечно же, меня это подкупило, и плюс отзывы, тут еще написано о том, что эти тряпочки можно стирать чуть ли не 300 раз даже в стиральной машинке, вот, и вот настолько они долговечны, но я хочу даже распаковать вместе с вами, потому что я немножко была расстроена от того, что я увидела ну, необычную, конечно же, это необычные тряпочки, вот знаете, такие вот, которые прорезиненные, которые на кухню впитывают влагу. Здесь написано, что они как для сухой, так и влажной уборки. Ой, ну запаковано, слушайте, как будто здесь на вес золота. Ну, видимо, так и есть. Вот, 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 вот. Вот такие вот тряпочки. Вот, просто вот такие два квадратика. Вообще, как бы для уборки на кухне, но оказывается, их можно даже стирать, стирать в стиральной машине. Вот. Потому что такие салфетки, ну, вот такие целлюлозные, наверное, я не знаю, как они называются, вот, которые для кухни такие губчатые, квадратные, их, они очень быстро выходят из строя, они очень быстро заваниваются, да, вот как-то так, и неприятно ними работать, и поэтому они быстро выкидываются. У меня они, конечно, есть, но я не любитель ними пользоваться, но тут и по отзывам было просто-просто шикарно, поэтому я решила взять вот такие вот две салфетки для уборки, вышли за 33 гривны с копейками, тоже на них была акция, поэтому это тот случай, когда нужно попробовать, вот, так что у меня есть от Frosh такие салфетки для уборки. Для уборки, снова-таки, я взяла вот такие H2 средства. Я их обожаю, вот серьезно. Это средства от Freaking Bog. Это обычные универсальные моющие средства с экстрактом апельсина. Что мне нравится от Freaking Bog, это то, что здесь тоже максимально эко-продукция. Я пользовалась универсальным средством и пользовалась средством для кухни с грейпфрутом. Вот действительно, ты не боишься, если какое-то средство попадет на продукты, что ничего страшного, потому что оно максимально полезная, ну, во всяком случае, не опасная. Вот, и вот это средство было по акции, поэтому, конечно же, я взяла два. Цена одной такой бутылочки была 36 гривен с копейками, плюс еще апельсины. Апельсин я просто обожаю, вот, и это все максимально натурально, подходит для уборки всего дома, антистатический эффект, одним словом, прекрасное средство для обычной уборки, протирать поверхности, возможно, даже и зеркала, я думаю, можно. Вот, сила апельсина, ну, мне очень нравится, поэтому я взяла сразу две. Но у меня немножко покупки так, не по категориям, уже как есть, извините, как есть. Купила также вот такие присыпки, это когда я забирала заказ, сразу в магазине купила. Ну, так как у нас впереди пасочка, вот, взяла тоже такие посыпки разные, ну, перламутровые, тут просто кружочки, просто
соломинки. Я думаю, в принципе, хозяюшки все знают. Вот такие всякие разные присыпочки для пасочки. Так что готовимся, потихонечку готовимся. Дальше у меня в заказе... Ой, как мне эта сумочка нравится, слушайте. Единственный минус ее то, что она белая, то, что она будет очень быстро мораться. Но это эко-сумочка, конечно же, как вы понимаете. Цена, кстати, ее была 10 гривен. Там была побольше, но я не стала брать побольше, чтобы, это, знаете, не было такая, ух, авоська слишком большая. Но мне очень нравится, так удобно, в принципе, ходить за покупками. Сложил, положил в сумку, одним словом, я довольна. Но если бы она была бежевая или, например, черная, было бы, мне кажется, интереснее. Но белая, в принципе, тоже неплохо. Просто, мне кажется, белая больше, ну, более прозрачно и видно, что там. Ну, не совсем видно, но так. Вот, а тут я еще не достала. Также в моем заказе в Еве были вот такие вот носочки фирмы Amiga. Они были очень бюджетные, по 10 гривен, то есть как бы ожидать чего-то от них такого сверхъестественного нет смысла. Но они хлопковые, в принципе, знаете, вот для бега кроссовочки сейчас очень хорошо. Одни вот такие вот синие и двое вот таких вот серых. Как бы ничего особенного. И также вот такие вот тоже полуносочки, полуследы, не знаю, фиолетовые и черные. Они были по 9 гривен. Как бы тоже сейчас уже в теплый период времени это очень хорошо. Вот поэтому взяла вот такие. Дальше расскажу, из-за чего же образовался, в принципе, мой заказ Евы. Это была сыворотка от Елизавеки, которая у меня есть, но уже, в принципе, заканчивается. И, конечно же, по той цене, которая предлагалась, я не смогла устоять и не купить. Я, конечно, присматривала сейчас немножко к другой сыворотке, хотелось попробовать другую, но ее не было и в наличии в Еве, и цена была немножко другая. Эта же сыворотка была за 149 гривен, это очень маленькая цена, я вам хочу сказать, потому что до этого я брала около 200, в принципе, это тоже неплохая цена, поэтому я решила взять, на лето очень хорошая сыворотка, мне нравится, вот, поэтому я воспользовалась такой скидкой и, естественно, купила. Ну и так как нужно было что-то дозаказать, чтобы заказ был бесплатным, доставка была бесплатна, потому что раньше Ева, в принципе, доставляла все бесплатно. Может быть, я, конечно, ошибаюсь в чем-то, но сейчас, если заказ на 200 гривен, то, в принципе, заказ бесплатно доставляется в пункты выдачи. А если меньше, то, конечно, вам придется платить 19 гривен. Да, вот. Ну и, естественно, нужно было еще что-то прикупить, поэтому вот все остальные заказы тоже были сопутствующими. То, что было по скидке, то, что было выгодно, конечно же, я купила. Дальше следующее средство – это вот такой Доместос. Это тоже универсальное средство, которое убивает все микробы. Если честно, Доместосом пользовалась только в таком формате. И всегда хотела попробовать вот такой вот спрей универсальный. Не знаю, насколько он имеет аромат хлорки, вот, но мне всегда было очень интересно попробовать. Поэтому я воспользовалась, на него тоже была скидка. Я решила воспользоваться и, конечно же, попробовать. Потому что, ну, как бы я доверяю Доместосу. Цена его была 48 с копейками, поэтому я решила взять и попробовать. Потому что сейчас, конечно, весна, время уборки, подготовки к лету, очень много таких средств используется, и это здорово, когда есть еще скидка, акция, я взяла. Вот, так что еще Доместос. Следующие мои продукты, это будут продукты торговой марки Чистая Линия. И несмотря на то, что, девчонки, я вам говорила, что шампунь Чистая Линия — это не мой случай, не мой вариант, и мне лучше, конечно же, вот такие вот, как Сьоз, Дав, Глискур и так далее, вот, но меня вот подкупили вот эти два шампуня. Посмотрите, какие у них расцветки. Это просто супер весна. Вот витамин. Шампунь витамин называется. Здесь у нас гранат, брусника, малина и шипшина и шиповник. Вот, вот такие вот очень приятные цвета. Очень полезные, как я понимаю, комплекс витамин. И здесь, и здесь. Здесь у нас морожка, облепиха и абрикос. Вообще супер-супер. Я взяла с тем, что, во всяком случае, Сашуля, которые еще волосы не крашены, еще такие, знаете, первозданные, поэтому нужно, мне кажется, их мыть максимально полезными шампунями, а не теми, которыми мы уже пользуемся. Вот, и поэтому я решила взять, что для Сашули эти шампуньки будут хорошо. Цена каждого была 39 с копейками, цена хорошая, вот поэтому, конечно же, я решила взять. Вот, вот такие два шампуньки. И дальше, если говорить тоже о Чистой Линии,
У одной девчонки я увидела в покупочках, что она пользуется тоником вот этим освежающим с волошкой. Сказала, что пользуется только ним, и это меня немножечко подкупило тоже. Решила купить, попробовать небольшой объем. Цена его была всего лишь 29 гривен с копейками, поэтому, конечно же, я решила воспользоваться такой приятной ценой и узнать. Возможно, мне тоже очень-очень понравится. Так что, если Оленька меня будет смотреть, Оль, по твоей наводке, тоже купила вот такой тоник. И еще у одной девчонки тоже увидела вот такой вот скраб чистой линии, малина. Лилия, это у тебя в покупках я увидела, да. И решила тоже попробовать. Здесь для сухой и чувствительной кожи. Здесь у нас с малиной и с косточками клюквы. Очень интересно. Скраб мягкий для лица. И решила попробовать. Здесь 50 мл, поэтому, не знаю. Ну, запах, конечно же, обалденный. Ой, очень приятный. Вот, вот решила купить, попробовать тоже. Ну и так уж, если дело пошло по чистой линии, то решила заказать Сашули. Вот такой вот крем, идеальная кожа. Здесь небольшой объем, всего лишь, по-моему, 40 мл. Да, 40 мл. Но написаны, в принципе, отзывы были неплохие. И как бы все написано хорошо, да. Крем актив против прыщей, так как у Сашули кожа подростковая и нужно вот что-то в таком формате, в таком роде, да. И поэтому я взяла именно для Саши вот такой вот крем. И последняя моя покупка — это вот такой порошок. Да, под названием Пупсик. Представляете, Пупсик. Вот, это украинский порошок. Как-то мне в рекламке, когда я листала сайт Ева, вылез вот этот порошок, и я зашла, почитала, что-то на нем слишком много звезд стояло, пошла, почитала, отзывы были очень хорошие, цена его супер бюджетная, вот за эту упаковочку 2,5 килограмма всего лишь 39 гривен, представляете, это просто бесплатно, это 100 рублей, грубо говоря, ну 110, вот, что нравится, что меня подкупило, ну, во-первых, это отзывы, конечно же, отзывы, хотя я понимаю, что они иногда бывают не настоящими, но тем не менее, еще один плюс того, что это как ручная, так и машина стирка, что имеет антибактериальный эффект. И самое главное, наверное, что меня подкупило для покупки этого порошка, ну, во всяком случае, чтобы его попробовать, это то, что в его составе на первом месте стоит мыло. Мыло из натуральных жиров и масел. То есть меня это подкупило, оно максимально натуральное, и если при этом оно хорошо работает, но ему просто нет цены. Цена, вы понимаете, вообще просто бесплатная, и грех не попробовать. Я думала, что, в принципе, при больших градусах, наверное, он не стирает, а хотя он стирает, очень хорошо стирает. Вот, одним словом, ну, понятно, что на упаковках всегда написано все очень хорошо, вот, так что буду пробовать, обязательно поделюсь отзывом, как бы, я не всегда, конечно, доверяю супер украинским производителям, да еще и как бы с такой ценовой категории, но мне интересно. Так что, если вдруг Миша будет смотреть меня, Миша, может быть, тебе стаканчик отсыпать и протестируешь, вот, так что есть у меня такой знакомый, Big People, который тестирует средства разные для стирки. Это очень здорово, интересно. Я оставлю его ссылочку в описании. Если вам будет интересно, переходите, смотрите. Абсолютно разные средства тестируют на разных режимах стирки. Это очень интересно всегда, потому что ты уже понимаешь, что стоит брать, а что абсолютно не стоит. То есть это наглядно, реально. Он грязные вещи вымазывает в разные средства, скажем так, да, в разные продукты. И потом тестирует, и смотрим результаты. Так что очень интересно, буду пробовать. Ну что, я решила выставить все, что я заказала и купила. Довольно-таки немало получилось, но по очень хорошим и правильным ценам. Так что берите себе что-то на заметочку. Обязательно пишите, если вы пользовались Экодоместосом, очень интересно. Да и вообще пишите, какими из этих средств вы пользуетесь, какие вам нравятся, какие совсем не стоят внимания. Ну а с вами я буду прощаться. Всем огромное спасибо, кто досмотрел этот обзор до конца, кто со мной разобрал мои покупочки. Обязательно пишите комментарии, потому что меня они воодушевляют, меня они мотивируют, заряжают для того, чтобы снимать для вас и делиться с вами своими покупочками, да и не только. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам интересно. Обязательно оцените это видео лайком, либо же дизлайком. Ну а я буду прощаться. Всем спасибо, увидимся очень-очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!